А Саудовская Аравия заверяет, что переговоры по Сирии не будут поставлены под угрозу из-за ухудшения отношений с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел королевства после встречи со спецпосланником ООН. Риад и Тегеран, которые поддерживают противоборствующие стороны в сирийском конфликте, принимали участие в предыдущем раунде переговоров в Женеве. Международная общественность опасается, что их конфронтация может сорвать встречу. Я хочу поприветствовать посланника Стефана де Мистуру. Его визит стал хорошей возможностью для консультаций и обмена мнениями по сирийскому мирному процессу на основе принципов женевских переговоров.